Мне не понравился этот глаз, он немножечко не соответствует мультику. В мультике вот у него очень большой как раз вот этот вот синий или фиолетовый у меня вот цвет. Именно больше радужная оболочка, чем белок. У меня сильно много белка здесь получилось. Я смотрела, какой-то глаз немножко, мне кажется, похуже. Мне кажется, вот так вот выглядит интереснее. Предлагаю сделать глаз вот таким вот, и поэтому сделаю ссылку на это видео и покажу, как сделать этот глаз, собственно. Берем нитку цвета радужной оболочки, петля амигуруми, делаем 6 столбиков в петлю амигуруми. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Затянули. Можно ее же проложить. Дальше вяжем 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда. Один, два, снова три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали, и теперь снова еще один ряд добавим, вяжем еще один столбик из одной петли, 2 столбика из второй. 18 столбиков получим в этом ряду. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй. 1, 2. Снова 1 столбик, 2 столбика. Вяжем до конца ряда. Провязали. И теперь мы последнюю петлю вот так провяжем полустолбиком, чтобы убрать ступеньку эту разницу в длине. Нужно отрезать нитку подлиннее, чтобы пришить радужную оболочку к глазу. Все. И теперь вот к этому глазу нужно приложить вот эту оболочку радужную. Вот этим вот стыком лучше вниз направить. Вот так вот. Пришить ее по кругу. Сюда вот так. И приклеить вот эту вот часть глаза. Вот мне кажется, такие глазки все же смотрятся поинтересней. Вяжем.